Значит, нарки поехали косить коноплю. Набились в жигуленок так, что прямо переполненные жигули, как кильки в бочке. Ну и, значит, накосили, куранули, залезли в жигулешек, надо ехать. Водила им говорит: слушайте, нас так много в машине, а ехать через пост ГАИ, поэтому нам надо как-то кому-то пригнуться. И, значит, гаишник увидит, что у нас нормальное количество народа в машине, и не тормознет. На этом история про наркоманов заканчивается. И начинается история гаишника. Гаишник рассказывает: стою на посту, холодно, замерз, дождь моросит, за целую смену ни одной машины. И тут смотрю, на горизонте жигуленок показался. Проезжает мимо меня, а в машине никого, блядь.